15 стран за 250 дней. Парусник «Крузенштерн» сегодня вышел в плавание из Калининграда. В этом году историко-мемориальная экспедиция посвящена 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Маршрут пройдет по местам военных действий, центральное место займут стоянки в черноморских портах. Сочи станет первым городом, куда зайдет огромный 4-мачтовый барк. Прибудет он туда 27 апреля. Дальше маршрут пройдет через Новороссийск, Керчь, Санкт-Петербург. И впервые за свою почти 90-летнюю историю «Крузенштерн» посетит Мурманск и Архангельск, где отдаст дань подвигу моряков-северян. В каждом городе, где побывает барк, запланированы встречи с ветеранами, а курсанты, несущие службу на корабле, посетят места боевой славы. В День Победы парусник пришвартуется в порту Севастополя. В целом нам путь этот знаком, потому что в Севастополь мы ходили. Дорога в Средиземное море у нас уже не впервой, а такие порты, как Мурманск и Архангельск. Здесь мы непосредственно прорабатываем весь навигационный путь, просматриваем все соответствующие извещения мореплавателям, лоции